Добрый вечер, дамы и господа, еще раз всем здравствуйте, я вас приветствую, вы попали в клуб Алексея Козлова на мероприятие, которое называется «Главподжеп». Всем доброй-доброй ночи, друзья, я вас приветствую, здравствуйте, я аплодирую очень активно, максимально, насколько это возможно. Итак, друзья, мы наконец-то все собрались все гости, все участники, я вас еще раз всех приветствую, здравствуйте всем доброй ночи, сегодня, как по традиции, пятница, и сегодня мы все здесь, как обычно, в клубе Алексея Козлова, веселимся, играем, в общем, делаем различные музыкальные излияния непосредственно для вас. Итак, мы готовы, друзья, сыграть для вас первую веселую, замечательную композицию, готовы ли вы ее услышать, скажите мне, пожалуйста. Супер, круто. Итак. Да, наверное, нам понадобится ваша помощь, чтобы мы начали эту композицию. Вы же умеете хлопать, я надеюсь, друзья. Да? Умеете? Ну вот супер. Итак, да? Давайте поймем, как мы будем хлопать. Мы будем хлопать сейчас с вами вместе вторую и четвертую долю, так называемую, да? Все же умеют это делать, наверное, да? Давайте попробуем. Супер, у вас очень хорошо получается. Поехали потихоньку, продолжаем хлопать. И пока вы хлопаете, наши духовые инструменты сейчас начнут свое нажимание. We'll be right back.
Итак, спасибо, друзья. Вот такая у нас была вступительная, веселая, зажигательная композиция. Итак, продолжаем наше веселье. Я бы хотел пригласить на сцену девушку, которую зовут Дария. Сегодня у нас здесь гостяк Дария, и вот этот чудесный микрофон я тебе вручаю. И споем мы сейчас композицию, которая называется «I Can't Stand the Rain», друзья. Знаете вы такую композицию? Кто-нибудь, может быть, когда-нибудь слышал ее? Ну, в общем, если никто никогда не слышал, то, друзья, маленькая минутка рекламы. У нас есть группа ВКонтакте, называется она просто «Glove Jam». Там есть вся музыка, которую мы играем на наших мероприятиях, которая звучит. Вы можете зайти, найти и, в общем, все послушать. И найти также себя, потому что у нас здесь есть супер нереальный, отличный фотограф. Зовут его Валентин Монастырский. Он фотографирует мероприятия, фотографирует всех гостей, все, что происходит на сцене. В общем, заходите, и можно использовать это все во благо, друзья. Итак, следующая композиция, которая прозвучит, называется «I Can't Stand the Rain», и у нас Дарья здесь в гостях. Друзья, добрый давайте, вечер, давайте поприветствуем нашу гостью сегодняшнюю, и мы начнем. Yeah.
композиция «I Can Stand There», друзья. Итак, спасибо. Итак, друзья, двигаемся дальше. И следующая композиция, которая прозвучит, сейчас мы будем очень стараться ее изобразить, потому что она немного непростая для нашего оркестрика. Но, тем не менее, мы будем очень стараться. Еще раз всем доброй ночи, кто вновь прибыл, дамы и господа. Вы попали на Главмост Джем, клуб Алексея Козлова. Я вас всех приветствую. Здравствуйте, здравствуйте. И я попросил бы на сцену фигурную аплодисменту Марию Кирдановскую. Мария Кирдановская сегодня здесь у нас в гостях. Пойдем, пожалуйста, споем прекрасную песню, которая называется «That was then and this is now». Композиция группы Tower of Power. Друзья, поднимите руку, кто знает группу Tower of Power. Кто-то знает. О, вот уже прекрасно. Но кто не знает, сейчас узнаете. Итак, Мария Кривдановская сегодня здесь у нас в гостях, и я ее очень хочу пригласить на сцену. И мы вот ждем, она буквально сейчас. Сейчас вот уже буквально сейчас она и появится. И за барабанами у нас Алексей Козловский. Для вас играл для этого Леонид Хайк. На барабанах, друзья, давайте ему поаплодируем. Сегодня вообще у нас в нашем оркестрике играет Сергей Коньков, играет на гитаре, друзья. Константин Макеев играет на басу. Давайте поприветствуем наших супергероев, друзья, потому что если бы не было у них, то не было ничего. Иван Акадов играет на трубе. Илья Шимаченко играет на саксофоне. Итак, меня зовут Слава Быстров, я играю, разговариваю, в общем, общаюсь с вами со всеми. Друзья, еще раз всем доброй ночи, вы попали на Главмост Джем, повторюсь. И сегодня у нас еще, конечно же, здесь вот есть Александр Абрамов на саксофоне, тоже пришел к нам в гости, человек прекрасный. Итак, Мария Крыжиновская, композиция группы Tower of Power, и мы начинаем, поехали. Yeah.
Крыжановской. Давайте им аплодируем за эту прекрасную композицию. Спасибо, Маша, огромное. Итак, друзья, двигаемся дальше. И для исполнения следующей композиции я бы хотел пригласить на сцену Александра Черноусова. Александр Черноусов сегодня здесь у нас в гостях. Александра Черноусова является солисткой Moscow Gospel Team. Moscow Gospel Chops, можно и так. Итак, еще раз всем доброй ночи, кто вновь к нам прибыл. Вы попали на Главмусжен, клуб Алексея Козлова, друзья. Итак, и Александра Черноусова идет к нам, поднимается сейчас на сцену. И композицию, которую мы изобразим, называется My People, друзья. Мои люди. То есть это, собственно, композиция про вас, про всех наших гостей, кто здесь сегодня, кто нас поддерживает, кто с нами, кто понимает, кто, в общем, радуется и приветствует наше прекрасное музыкальное погружение, друзья. Собственно, я вам аплодирую за это. Спасибо, что вы с нами, спасибо, что приходите, делитесь с нами эмоциями, силами и здоровьем. Итак, друзья, Александр Черноусов сегодня здесь. Вот, пожалуйста. Итак, друзья, ну что, послушаем еще музычку хорошую. Дорогие гости, да? Потанцуем, послушаем. Все, поехали. Thank you.
Thank you.
I'm
Алексей Геращенко, друзья, сегодня здесь у нас. Двигаемся дальше, дамы и господа. Я бы хотел пригласить на сцену еще одну нашу гостью. Зовут ее Ольга Шипова, друзья. Ольга Шипова и композицию, которую мы сейчас изобразим, называется она Never Known a Love Like This. И я бы хотел пригласить наше духовое братство, наше прекрасное духовое отделение на сцену, чтобы они изобразили эту прекрасную песню за нас. Итак. Кто-нибудь знает такую композицию, точнее, такую группу, которая называется Incognito, друзья? Кто-нибудь знает в этом здании вторую группу? Никто не знает. Друзья, ну, в общем, еще раз повторяюсь о том, что если кто хочет узнать, что за музыку мы здесь играем, вы можете найти нашу группу ВКонтакте, называется она просто Club Mod Jam. Там есть все аудиозаписи, и потом есть фотографии и видео с того прекрасного мероприятия, на котором вы сейчас находитесь, с чем я вас и поздравляю. Поэтому заходите, добавляйтесь, в общем, там вся актуальная интересная информация, музыка, в общем, все хорошее и только для вас. Итак, Ольга Шитова сегодня здесь, и мы начнем, друзья, композицию группы Incognito. Поехали! Thank you.
композиция группы «Инкогнито», друзья. Спасибо огромное. Замечательные танцы, которые, друзья, сейчас продолжатся. А все почему? Потому что у нас небольшой перерыв, который сейчас для вас продолжит наш музыкальный танцевальный сет, наш диджей. Диджей Франц, друзья, сегодня здесь у нас. Давайте его поаплодируем. Сейчас этот молодой человек сделает нам очень хорошо, весело и танцевально. Итак, друзья, здравствуйте еще раз всем, спасибо огромное, диджей Франц для вас, этот прекрасный сет музыкальный, танцевальный, ура, ура, ура. Итак, дамы и господа, мы продолжаем наше музыкальное путешествие, и я бы хотел пригласить на сцену Митю Капустина, который сейчас с радостью исполнит прекрасную композицию группы, которая сегодня уже исполнялась, группа «Инкогнито», друзья. Я бы хотел пригласить на сцену нашу духовую секцию, которая присутствует где-то там далеко, вот, и... Дмитрий Капустин сегодня здесь у нас в гостях. Вот, хочется ему передать сюда замечательный микрофон. Раз, два, три, четыре. Ой, как классно, слышно? Итак, друзья, композиция, которая сейчас прозвучит, называется Labor of Love. Ну что, вы готовы? Замечательные наши духовики Илья Чумаченко и Иван Аканов. Где же вы? Скорее уже придите к нам, друзья. Мы вас очень-очень ждем. Вот, но мы не будем вас дождаться и начнем, тем не менее, да, наверное?
Спасибо, друзья, огромное. Митя Капустин сегодня здесь у нас с этой замечательной, очень чудесной, объединяющей душу композиции. Спасибо тебе огромное. Итак, друзья, мы продолжаем. Мы продолжаем наше телодвижение. Итак, скажите мне, пожалуйста, а кто, любит ли кто-нибудь здесь такой, типа, стиль музыки а-ля хип-хоп, знаете ли? Такое, типа, вот это современное молодежное, как бы, движение различное, да? Ну, в общем, сейчас мы попробуем изобразить. Я бы хотел пригласить на сцену Екатерину Смирнову. Екатерина Смирнова где-нибудь у нас еще здесь есть? Екатерина Смирнова. Вот она здесь, вот, прекрасно. Итак, композиция будет одной замечательной американской вокалистки, которую зовут Джилл Скотт. Друзья, кто-нибудь знает такую девушку? А? Ну, в общем, опять-таки, друзья, кто не знает, вы можете найти нашу группу ВКонтакте, называется она просто Bluff Pod Jam, там есть вся музыка, которую мы здесь исполняем. Итак, Екатерина Смирнова. Итак, друзья, композиция называется Golden, то бишь, что в переводе значит золотишко. Золотишко, да. Итак. Oh,
спасибо огромное, друзья. Екатерина Смирнова сегодня здесь у нас. Давайте ей поаплодируем за прекрасную ситуацию, которая произошла сейчас у нас. Да. Итак, двигаемся дальше, друзья. И я бы хотел пригласить на сцену Алису Баркову. Алиса Баркова, если ты еще здесь, то я тебя приглашаю, а ты здесь, и я тебя вижу. Прекрасно. Итак, композицию, которую мы исполним, называется она «Фанатик», друзья. Вивиан Грин. Такой, или такая? Такая исполнительница, да. В общем, вот, Алиса, давайте ее поприветствуем, друзья. Да, очень приятно, когда вы лопаете в ладоши, это прям какая-то магия происходит, да? Очень замечательно. И мы начнем. Thank you.
Старкова сегодня здесь в гостях. Друзья, прекраснейшим образом. Спасибо огромное. Итак, друзья, двигаемся дальше. Ну что, скажите, пожалуйста, есть ли мужчины в зале у нас? Мужчины есть? Здорово, класс. А девушки есть? Девчонки есть в зале? Здорово. Слушайте, мы сейчас сыграем очень красивую медленную композицию. Вот, друзья, вот здесь у нас есть небольшой импровизированный танцпол. Вот, вы можете там все воссоединиться в очень прекрасном, красивом танце. Да? Можно так сделать? Мужчина? Девушка? Здесь есть кто-нибудь? Триколет? Кто здесь? Как там анекдоте, да? Итак, ладно, я приглашаю на сцену Эрика Холматова, друзья. Эрик Холматов сегодня здесь у нас в гостях. Наш супергерой. Прекрасный. Я вручаю тебе этот супер микрофон. И мы сыграем композицию, которая называется Holding On, друзья. Ну что, друзья, как настроение? Represent at the Bob Morris Jam. Weight of love on my shoulder. I thought that it would be easy that in that. I thought my heart is no cold. But you want to keep it as it is. But my heart was lately bruised. I am finally come the truth. When the truth will let me lie right next to you.
in my heart there. I remember the reason that we miss. Won't you help me not buy them? Can I become it all that I desire? Тендер саксофон. Итак, друзья, ну что, потанцевать будем? Потанцуем? Гости дорогие, дамы и господа. Что, все прибили себе, да, музыка хорошая? Итак, есть, в общем, у нас на повестке дня одна танцевальная композиция сегодня. И я бы хотел пригласить на сцену Анну Кирик. Анна Кирик сегодня у нас здесь в гостях, и композиция, наверное, вы все, может быть, ее слышали, или, ну, знаете, или слышали. Называется она No Roots, друзья. Да? Знаете, классненько. Ну, в общем, сейчас мы, как бы, устроим дискотеку здесь небольшую, ладно? Вы не против? Ребята, если, ну, можем завершить и пойти домой, просто спать все. Нет? Потанцуем, да, маленько? Ну, все. Кто не танцует, тот сам знает кто. Да, друзья? Все, поехали? Вот, да, должен начинать танцевать. Смотрите, какая молодец. Погнали.
Ну что, хороший получился у нас танцевальный номер. Спасибо, Анна Кирик, огромное, друзья. Давайте поаплодируем ей за это и за то, и за все, в общем, да, это хорошее. Итак, дорогие гости, дамы и господа, следующим номером нашей программы будет очень красивая, красивая мелодия, красивая песня, я бы хотел сказать. Я бы хотел пригласить на сцену Ксению Колобацкую для исполнения этой прекрасной композиции, да, вот видите, у Ксении популярность, ее все знают. Ну, в общем, я заделаюсь техникой ненадолго и поставлю микрофон. Ксения сейчас исполнит такую хорошую композицию, да, Ксения? В общем, Ксения сейчас начнет композицию, а ребята подхватят, и, в общем, все произойдет у нас. Да, друзья? Супер! Ну, в общем, друзья, Ксения Колобацкая сегодня... Поехали, давайте поприветствуем. У нас сейчас будет полностью экспромт, поэтому мы все очень переживаем, волнуемся. Но, тем не менее, мы вместе. Поехали. Thank you.
Я хочу вам увидеть, что музыкальная живая, так сказать, вот эта так называемая музыка на сегодняшний момент закончилась, друзья. И, собственно говоря, у нас есть прекрасный сегодня друг, наш диджей Франц. Он продолжит наш замечательный музыкальный сет. Но хочу сказать вам огромное всем спасибо, друзья, за то, что вы сегодня были с нами, за то, что вы сегодня послушали нас. В общем, получили, надеюсь, массу удовольствия. Да, друзья? Если вам все понравилось, приходите сюда каждую пятницу ночью. Мы здесь веселимся, радуемся, играем, в общем, общаемся, все. Для информационной поддержки есть группа ВКонтакте, называется GlavMostJam, есть аккаунт в Инстаграме, называется тоже GlavMostJam.